Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. Опять будет связана с карандашом подразделения Uni фирмы Mitsubishi Pencil. А именно тот же самый механизм Куратога, который представлен в предыдущих видео у трех типов карандашей. Там, в зависимости от того, какие возрастные группы используют его. И какие отличительные особенности о том, что механизм вращения грифеля на 360 градусов, который проходит либо за 40 шагов, если у вас угол поворота 9 градусов при каждом нажатии на бумагу, и 18 градусов, количество шагов уже 20, если берете вы другой карандаш, а именно Advance, более приспособлен для старших классов, студентов и инженерных работников. В настоящее время перед вами тоже присутствует карандаш, существуют разновидности, то есть это карандаш Uni Alpha Gel, связано с тем, что если у вас достаточно долго вы пишете, либо рисуете, и если от этого болят пальчики, то гелевая подушка, которая находится между острием, где вы пишете, и центром карандаша, находится гелевая подушка, благодаря которой комфортно размещаются ваши пальчики на этом карандаше. Тем самым дольше можете писать, и пальчики не будут болеть. Давайте посмотрим, что из себя представляет коробочка. Да, кстати, пришло все это в стандартном рыжем пакете. Увы, помимо вот этой упаковки, которая является стандартом для данного карандаша, больше ничего не было. Но единственное, сам пакет, он изнутри обклеен пупыркой, так что, может быть, это все и оправдано. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Давайте смотреть, что из себя представляет карандаш. Стандартная упаковка, вот такая вот, как мы видим. Здесь три типа. Это, во-первых, Куратога, то есть вращение грифеля осуществляется. Дальше подушечка гелевая, для того, чтобы у вас пальчики хорошо чувствовали на этом карандаше. И толщина грифеля 0,5 мм. Так, здесь все произведено в Японии. Я сейчас, как обычно, проверю данный факт о том, что соответствует ли штрих-код. Ну, а вот здесь вот написано, что Made in Japan. Made in Japan. Здесь описание идет на японском о том, что из себя представляет данный вид карандаша, как осуществляется движение грифеля. Поставляется вот в таком стандартном виде. Здесь технологическое отверстие, чтобы вешать на соответствующие вешалки в магазине канцтоваров. То есть вот такой вот карандашик. И давайте посмотрим, что из себя представляет карандаш. Для этого сейчас вот такая вот голографическая, можно сказать, стандартная бумажная вкладыш. И вот что из себя представляет карандаш. Ну, во-первых, он снаружи весь пластиковый, ну, есть здесь металлические вставки, а вот внутри он металлический. Поэтому для старших классов, студентов и тому подобное. Такой вот карандашик, здесь пластиковый, это зацеп за одежду, либо за какие-то части, чтобы переносить ее. Стандартно написано Uni Alpha Gel и продемонстрирован значок Uni Куратога о том, что внутри вращающийся стержень. Вот эта гелевая подушка, она легко нажимается, как вы видите. И чтобы удобнее было писать, когда вы достаточно долго и продолжительно пишете. Ну, он такой сам по себе по толщине толстенький по сравнению с другими карандашами. Где-то в полтора раза он толще. Ну и из-за вот этой гелевой подушки удобно писать. Внутри находится стандартный пластик, который тоже приобретается, и закладка непосредственно идет грифеля. Существует с такой же гелевой подушкой карандашик, у которого нету механизма Куратоги, но зато он может грифель доставать путем встряхивания. Такой же вариант есть. Единственное отличие, еще раз повторяю, то есть нету Куратоги символа и нету, соответственно, механизма, но зато он встряхивается.
И давайте сейчас продемонстрируем способности данного карандаша, как мы обычно это делали для всех этих типов карандашей. И посмотрим, как осуществляется письмо данным карандашом. И попутно еще сравним те же самые карандаши, которые присутствуют у вас сейчас справа сверху. Итак, приступаем. Я вам продемонстрировал новый карандаш, а именно Uni Alpha Gel, в котором заложен механизм Куратога. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Продемонстрировал вашему вниманию функциональность данного карандаша для всех желающих его приобрести. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок. До следующего видео. И до свидания.